Я ушастик. А это... А, попался, голубчик. Ой. Давно я за тобой охочусь. Ой, зачем вы не охотитесь? Это совсем не интересно. А вот сейчас увидишь, как интересно. Я хотела закричать, беги, тут лиса, но не закричал, испугался. Привет! Ой! Ну, признавайтесь, только честно, кто из вас гораздо вкусней? Он? Или ты? Я сказал, не знаю, кто. На? На. Ой, этот гусенок, он, наверное, совсем невкусный. Ой, кто? Я? Я невкусный? Да я очень-очень даже вкусный. Я вкусный. Я сказал, я тоже вкусный. Ой, а кто же вкусней-то? Конечно, я! Нет, я! Нет, я! Нет, я! Нет! Я! 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 Нет, я! Нет, я! Нет, я! Нет, я! Нет, я! Нет, я! Ой, тихо! Не ссорьтесь, сейчас я вас всех съем. Ладно, только сначала мы попрощаемся. Ой, только ты отвернись, а то мы стесняемся. Ну, скоро вы там? Сейчас! Ну, попрощались уже. Ой. А ну? Ой. Лапы вверх. Ой, какие лапы. Передние или задние? Все. Ой, неужели вы будете в меня стрелять? Конечно, будем. Еще как. Я сказала, нет, что вы. Это мы так пугаем. О! Ой. Ах, пугаете. Никуда не денется. Ой, вынырнет. Что с
гусенок просил вам передать, что он уже больше никогда не вынырнет, потому что он утонул. Я подумала, какой ужас. Ха, так я и знала. Этот гусенок плавать-то как следует и не умеет. Тося! Я не умею! Ой, еще как умею! Во! 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 Во-ка! Ха-ха! Вот! Вот! Ой! Я закричал, скорее сюда, ко мне. Она сюда не залезет. Я сказал, что ты, она не сможет. И вдруг она смогла. Потому что пса испугалась. Он спросил, у вас тут что происходит? Я сказал, охота. Лиса на нас охотится. Лиса? А можно теперь я на вашу лису поохочусь? Я сказал, не надо. Зачем вам на нее охотиться? Он сказал, потому что я охотничий пес. Вот только охотника у меня нет. Давай ты будешь моим охотником. Нет, я не могу. А я могу! Я буду твоим охотником. Спасибо. Слезай, лиса, мы на тебя охотиться будем. И они стали на лису охотиться. А мне эту лису было жалко. Потому что она уже, наверное, поняла, как это неинтересно, когда на тебя охотят.